Мы в этот день традиционно проводим митинг городской в парке Янки-Купалы. Я искренне приглашаю всех наших жителей на данное мероприятие. Начнется программа с 10 часов утра. В 11:00 будет митинг. После митинга большая концертная программа. И концертная программа перейдет плавно в театрализованные действия по открытию сезонного фонтана в нашем городе Минске. Также организована полностью традиционно торговля, места отдыха. Во всех парках мы совместно с администрациями районов организовали программы для отдыха наших жителей. Это и парк Горького, это и, как я уже сказал, парк Янки-Купалы, это и парк Челюскинцев, и наш парк Дружбы народов в Советском районе. Также парк Пятисотлетия в Заводском районе. То есть минчанам в этот день отметить с семьями, с друзьями День международной солидарности трудящихся 1 мая будет где. Я искренне благодарю всех и поздравляю с праздником 1 мая. И желаю счастья в каждом доме. И чтобы труд был в радость. И чтобы за него была достойна оценка в виде заработной платы. И скажем так, и к руководителям обращаюсь. Не жалейте слов благодарности и наград для человека, который достойно трудится.